от столицы к Смоленску всего 300 верст, там направо и сквозь убогие окна забитых и сирых домов. По местам, где венчались горе со славою, то ли проклятых Богом, то ли чтимых во веки веков. Перелески, мелькая, напомнят о вечности и ударит усадьба в глаза, как негаданный сон. И покажется вдруг, что услышим мы, служим Отечеству. Зазвенят в небесах голоса отошедших времен. Засияет Хмелита декором своим да колоннами, улыбнется забытою барской красой, посмеется над всеми привычными стонами тех, кто что-то не смог, презирая эпоху дострой. И стоишь завороженной дивною лестницей, предавалами окон и отблеском золота зал. Тронув стены, поймешь, как служили когда-то Отечеству те, кто знал слово честь и, наверное, ни разу не лгал. Их вернуть бы сюда, когда столько продали да предали. Только ловим тот свет с почерневших музейных холстов, и который уж вспоминаем слова Грибоедова. Он служить был бы рад, но прислуживать не был готов. Он со смертью играл, с ледяною холодной беспечностью, зная, что его ждет, все же выполнила долг пред страной. А какую любовь положил на алтарь он Отечества, нам оставив в награду свой смех со слезой. Горликом и не крикнуть, и слова не вымолвить, как на гребне напротив взмывает музей. У полотнищ святых вспомним светлое имя Нахимова. Стяг Андреевский вьется по ветру смоленских полей. От столицы к Смоленску всего 300 верст,